Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Вы на моем канале, меня зовут Надежда, я вас приветствую. Сегодня я к вам с таким ажурным рисуночком. Ну, очень нежный, очень красивый. Для летних кофточек, блузочек, футболочек, топиков. Ну, чего, что душа пожелает. Очень простой. Вяжется он несложно, очень простенько, но выглядит очень эффектно. Кстати, иногда меня спрашивают, можно ли определенные рисунки вязать по кругу. Можно. Можно вязать любой рисунок по кругу. Просто набираете количество петель, которое делится без остатка на петли в рапорте. Вот, например, здесь 14 петель. Значит, если вы набираете 140 петель, у вас получается 10 рапортов. И замыкаете в круг и вяжете с удовольствием. Это просто чудо, а не рисунок. Если вам понравился рисуночек, давайте будем вязать вместе. Присоединяйтесь. Рапорт этого узора 14 петель. Я набрала 2 раппорта, это 28 петель, плюс 9 петель для симметрии и 2 петли кромочные. Итого у меня получилось 39. Я провязала 2 ряда платочной вязкой, чтобы, ну, как говорится, подойти к рисунку, чтобы не прямо вот здрасте с порога и уже рисунок. Теперь мы начинаем провязывать рисунок. Первый ряд. 2 лицевые. Раз, два. 2 вместе лицевой вправо. То есть вот таким образом мы провязываем 2 вместе лицевой вправо. Накид. 1 лицевая. Накид. Теперь у нас 2 вместе лицевой влево. Для этого мы эту петлю снимем. Перевернем. Я вяжу классическими петлями, и поэтому я переворачиваю петли. И 2 вместе влево. И теперь 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять повторяем рапорт. 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Накид. 1 лицевая. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые с наклоном вправо вместе. Накид. 1 лицевая. Накид. Переворачиваем петлю. 2 лицевые вместе с наклоном влево. 2 лицевые. Кромочная. Изнаночный ряд вяжется изнаночными петлями. И все изнаночные ряды у нас будут изнаночными петлями. Следующий ряд. Это у нас третий ряд. Второй у нас был изнаночный. Сейчас у нас третий ряд. Кромочную снимаем. 1 изнаночная. 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 2, 3. Накид. Переворачиваю петлю. И 2 лицевые с наклоном влево. Провязали. Следующее у нас 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять
Две лицевые с наклоном вправо, накид. Три лицевые, накид. Переворачиваем петлю. Две лицевые вместе с наклоном влево. Семь изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Две лицевые вместе. Лицевой с наклоном вправо. Накид. Три лицевые. Накид. Две лицевые вместе лицевой петлей с наклоном влево. Одна изнаночная, кромочная. Еще раз напоминаю, что все изнаночные ряды вяжутся изнаночными петлями. Теперь у нас пятый ряд. Так как у нас все четные, это изнаночные ряды, а не четные лицевые. Сейчас у нас пятый ряд. Кромочную снимаем. Две лицевые. Следующее. Две лицевые с наклоном вправо вместе. Накид. Одна лицевая. Накид. Две лицевые с наклоном влево вместе. Девять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Опять две лицевые с наклоном вправо вместе. Накид. Одна лицевая. Накид. Переворачиваем петлю. Две лицевые вместе с наклоном влево. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые с наклоном вправо вместе. Накид. 1 лицевая. Накид. Перевернули петлю. 2 лицевые с наклоном влево вместе. 2 лицевые, кромочная. Следующий ряд изнаночный. Седьмой ряд. Одна изнаночная. Две лицевые с наклоном вправо вместе. Накид. Три лицевые. Накид. Переворачиваем петлю. Две лицевые с наклоном влево вместе. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять повторяем. 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Накид. Две лицевые с наклоном влево. Семь изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Две лицевые с наклоном вправо вместе. Накид. Три лицевые. Раз, два, три. Накид. Переворачиваем петлю. Две лицевые вместе с наклоном влево. Одна изнаночная. Кромочная. Изнаночный ряд опять изнаночными петлями. Следующий ряд у нас девятый. Провязываем мы таким образом. Кромочную снимаем. Три лицевые. Два, три. Теперь нам надо делаем накид и провязать вот эти три петли вместе таким образом, чтобы центральная петля оказалась сверху. Для этого мы две петли, первые две петли снимаем,
меняем ее, их местами в первую и вторую, и теперь провязываем 3 петли вместе лицевой. Вот теперь у нас средняя петля сверху, накид, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, опять 2 петли лицевые мы меняем местами. И теперь 3 петли вместе провязываем лицевой. Все, накид. 11 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. 2 петли меняем местами. И теперь их 3 вместе провязываем лицевой. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Следующий ряд у нас изнаночный. Все петли изнаночные. Один раппорт узора мы уже провязали. Теперь мы начинаем вязать второй раппорт в шахматном порядке. Кромочную сняли. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые вместе с наклоном вправо, накид. 1 лицевая, накид. 2 лицевые вместе с наклоном влево. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять 2 лицевые с наклоном вправо, лицевой, накид. 1 лицевая, накид. 2 лицевые с наклоном влево и 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кромочная. Изнаночный ряд. Опять мы вяжем все петли изнаночные. Следующий ряд. Кромочную снимаем. 8 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. 2 лицевые с наклоном вправо вместе лицевой, накид. 3 лицевые, накид. 2 лицевые с наклоном влево вместе и 7 изнаночных. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Опять 2 лицевые с наклоном вправо вместе лицевой, накид. 3 лицевые, накид. 2 лицевые с наклоном влево вместе, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная. Изнаночный ряд изнаночными. Следующий ряд. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 1 лицевая, накид.
две лицевые с наклоном влево вместе лицевой, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, опять 2 лицевые вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, кромочная. Теперь кромочную снимаем. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 лицевые вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 3 лицевые. Накид. 2 лицевые вместе с наклоном влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных. 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Накид. 2 лицевые с наклоном влево вместе. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная. Ряд закончен. Опять у нас последний лицевой ряд раппорта. Кромочную снимаем. 10 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. 2 петли меняем местами. Снимаем 2 петли и меняем их местами. Вот таким образом. Теперь провязываем 3 петли вместе лицевой. Так же, как мы делали в предыдущем раппорте. Накид. 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 лицевых. Накид. Меняем 2 петли местами. Провязываем 3 петли вместе лицевой, накид, 10 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и кромочная. Таким образом можно вязать бесконечно долго и длинный рисунок, вернее, не рисунок, а изделие, чередуя раппорты в шахматном порядке. Я надеюсь, вы заметили, что у нас получился тут цветочек. Вот это листочки, стебелек и сам цветочек. Очень нежный, очень красивый рисуночек. Дальше вы провяжете сами, я надеюсь. И потом посмотрим, что у нас получится. Я провязала еще 2 раппорта в шахматном порядке. Вот что у меня получилось. Надеюсь, что вам понравился рисунок. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно отвечу на вопросы. Ну, на этом будем с вами прощаться. До следующих встреч. Берегите себя, своих родных и близких. Не болейте. Всего вам хорошего.